эти люди внесли наибольший вклад в оказание помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Это благодарность, свидетельство, дань уважения и свидетельство особой благодарности этим людям. И общественная палата, она, конечно же, одобряет действия добровольчества. Тысячи добровольцев городского округа, в том числе и те, кто сегодня присутствует здесь, те, кого мы сегодня чествуем и награждаем, они, конечно же, проделали большую работу. Всем хотел сказать спасибо, вот грамоты вручали. Все молодцы, все работали, все, в общем-то, делали большое нужное дело в наше непростое время. Вот, в общем, всем спасибо.